Ну что, ребят, всем привет! Давно не виделись. Не знаю, для тех, кто слышал, и для тех, кто нет. Я в Крыму, ребят, я переехала в Крым. И сейчас я занимаюсь просто какой-то, я не знаю, морозильной камерой, думаю, потому что я на горе. Я на горе Митридат. Надеюсь, вам открывается достопочтенный вид сзади. Сзади меня. Ну и, конечно, я хотела бы здесь вам в круговую пройти эту экскурсию. Вообще, для чего мы сегодня здесь собраны? Вообще, можете, конечно, меня поздравить. Я переехала в Крым. Это было сделано намеренно. Я хотела жить около моря. Я хотела жить в тепле. Сейчас тепло, ребят, но внизу там. Вот. Какие плюсы? Плюсов очень много, честно говоря. Минусов гораздо меньше, чем плюсов. И вот этот стаканчик. Вы уж извините, как снимаю, так снимаю, да, там где-то может быть солнышко не с того ракурса и так далее. Вообще я хотела даже капюшон надеть, но очень холодно, поэтому, точнее, холодно без капюшона и не очень красиво в кадре, честно говоря, когда капюшон и так далее, я такая как Снегурка, может быть даже Мишка северный, да. Пока солнышко не село, и вот такие пестрые, яркие краски я хочу вам показать. Вот есть одно местечко, Фундук называется, в городе Керчь. Кстати, я в городе Герой. Почему и мы на этой достопримечательности? Для меня это место силы, место ресурса и, возможно, даже место молчаливой молитвы. То место, куда ты можешь убежать, спрятаться от суеты, от какой-то, не знаю, напряженности, может быть, да, сумбурных мыслей и так далее, в погоне там, в погоне за всем, зачем мы все с вами, в принципе, гонимся. Вот, поэтому это место я особенно люблю, еще когда я не переехала в Керчь, я ни разу не была в этом городе. И когда он для меня стал открываться под снежниками, вся, точнее, Керчь, она усыпана, возможно, весь Крым, вот именно в данное время под снежниками. Так красиво, просто безупречно, все безупречно, правда. Такое ощущение, что они даже немножко издают какие-то звуки и мелодии. Это, конечно, это удивительно. Все зеленое, ребят. Там, где у вас зима и снег, тем более, тем паче в Москве, вот здесь просто лакшери. И когда твой глаз наблюдает красоту природы, то, конечно, легче живется, ребят. Правда, легче живется. Я сейчас буду проверять. Вот я вам желаю счастья, которое нельзя купить, но можно купить капучино. Там можно выбрать трубочки. Ложка у меня здесь утопилась. Вы, наверное, не видите, я вам сейчас покажу и как раз проверю кадр, да? Опа! Так. Так. Ага, да, съемка идет. Смотрите, на самом деле они сдулись, это попкорн. Он был прям вот горкой, горкой, все это было посыпано. Но вот пока я забралась на эту гору Митридат, гору Победы, соответственно, у меня все сливки, они опустились вниз. Вау, невероятно, да? Обзор, обзор, я не знаю. Ребят, тут даже говорить ничего не нужно. Видно, насколько это лакшери. Крымский мост. Крымский мост. Я вообще здесь вас собрала на самом-то деле по какому поводу? По поводу Витсилига. Я вам хочу презентовать новую крем-мазь Витис от Витсилига, которую я разработала со своей командой. Ну, понятно, я делаю все авторски, самостоятельно принимаю серьезные решения, но, тем не менее, моя команда дизайнеров на заводе также, ребята, без них никак, они мне помогают. Вот. И у меня на самом деле вот он сейчас с собой.
Это, так скажем, пробный был вариант. Он в тубе запломбирован. Вот. И мы доработали немного вот недавно совсем его дизайн, но тем не менее максимум вы сейчас все равно будете лицезреть. Что я вам хочу сказать? Если ранее мы пользовались зверобоем, елеем, да, на основе зверобоя, очень концентрированно, то сейчас мы тогда уже получали результаты от 2 месяцев, редко когда кто-то от 2 недель, но в основном это 2 месяца постоянного применения под моим руководством, естественно. И теперь оно насыщено множеством микроэлементов, даже не оно, а это уже теперь крем, мазь для витилиго. Черный тмин появился, ряска, пчелиный секрет, витамины Е, В6, В3, В9, ПП, кальций, железо, медь. И это чуть-чуть совсем того. Олива. Кто-то очень ждал оливу там. Ребят, пока стоимость я не меняю. Я не меняю для того, чтобы вы... Но я думаю, что это в ближайшее время, потому что, понимаете, все это изготавливать на заводе в Москве, это дорого, естественно, дорого. Вот, поэтому кому-то эта стоимость может казаться там не по бюджету, так скажем, да, не по бюджету. Но, друзья, не по бюджету, что только не набираем. И машины, и квартиры кто-то в ипотеке залазит, и так далее, да, понимаете. То есть, ну, нужно взвешивать. Вот, где-то накопить, например, ну, отложить какую-то сумму и так далее. Вот. Если кто курит, бросайте курить, и денежки, конечно, останутся, соответственно, больше уже, большая сумма будет вас радовать, да, и вы сможете лечение уже наконец-то начинать. Вот, поэтому не бойтесь, обращайтесь ко мне, я всегда 24/7 по мере возможности вам помогаю. И только в совокупности с доктором и с человеком, который может вас вести как наставник в лечении витилиго, вы сможете действительно 100% результаты достигать. А иначе, ну, просто у многих опускаются руки, кто-то не понимает, что это индивидуальный подход в лечении. Обязательно я потом подключаюсь после приобретения, и с человеком мы тет-а-тет нервную систему рассматриваем, его питание и так далее. И климат, даже климат играет роль, причем немаловажнейшую. И климат того места, где вы были рождены, и климат того места, где вы пребываете. Понимаете? Все вот в совокупности, конечно, ну кто вам еще так будет помогать, ребят? Ну правда. Вот, поэтому хейтеры, привет! Хейтеры, привет! У нас, значит, здесь в Керчи недвижка, оказывается, в ноябре так не было, 2023 года, а сейчас так есть. Стало дороже, чем в 15 минутах от Москвы, от Некрасовки я жила. Класс, да? Вот. Так что хейтеры, завидуйте. Попью, наверное, кофе, но уже потом, да? Я сейчас вам покажу тот пробный вариант, который мне прислали, который я утверждала, где-то, возможно, изменяла что-либо там, да. И вот это все с собой потихонечку перевожу, и, соответственно, рука моя тоже, она уже устала. Вот, если я заболею, то уж не знаю, кто в этом будет виноват, кто-то, да. А мы, кстати, можем вот туда пройти, вот в это место, давайте, чтобы было поинтереснее, пока совсем уже закат не случился. Ой, сколько раз я себя ругала. Ирочка, солнышко, ну приди пораньше, а ну приедь пораньше. Ну нет же, вот нужно обязательно уже под 6 вечера, наверное. А вообще Керчь герой. Этот город мне показал Бог для переезда. Я действительно переезжала ни разу, не шагая по Керчи. И... Здесь вот города представлены и так далее. Я смотрела фильм
посмотрите, наберите в интернете. Я не помню сейчас, как называется фильм. Я смотрела про войну, про Керчь. Здесь, ребята же, были военные действия, и Керчь выстояла. Выстояла она не просто. Много людей пострадали, погибли. Вот там вот звездочка вдалеке, там будет Москва написана. И честно, город этот ложился мне на сердце. Дома в Москве, дома, когда я сидела, смотрела этот фильм. Я помню, даже недвижимость моя не продавалась, и я у Бога даже спрашивала, какой город ты видишь, какой город. И у меня потом еще были два города после Керчи. Не прошло месяца, как Бог продал, хотя больше года не продавалась квартира на городе Керчь. И первое время мне было одиноко, и я, конечно, была немного и испугана вообще. И, вы знаете, приезжаешь, что меня первое напугало. Я увидела руины, правда, я увидела руины, но на самом деле это такой, как, ладно, понятие этого сейчас, если не вспомню. В общем, ну, город вы видите, это же он на полуострове находится, друзья, это лакшери полуостров, вот, поэтому, когда еще солнышка не было, это было около месяца назад, и я приезжаю, я была шокирована сначала, пока еще никого не знаешь, и ее не знаешь. И честно, моя даже молитва была такая: Ирина, полюби Керчь. Ну и, конечно, я просила: Керчь, полюби Ирину, потому что без взаимной симпатии мы здесь никак, да? Вот. Так, я все-таки, наверное, одену капюшон, у меня уже очень сильно уши замерзли. Вот. Уши замерзли, и если я заболею, а я когда приехала, я сразу заболела на очень-очень долго, на целых две недели, это просто, это перебор, болезнь была вообще, которую ибупрофен не снимал, там, антигриппин не снимал, поэтому, ну, его мы не будем, короче, рисковать. Вернемся, чуть-чуть еще у нас есть светильника, вернемся, значит, к самому главному, ребят. А Керчи, я ее полюбила. О ней можно говорить, правда, очень много. Я Москву тоже люблю. И Москву люблю, и Керчь люблю. Вот. Но каждый город по-своему хорош. Мне нравится в Керчь. Но я больше успеваю. Я так сильно не устаю, как в Москве из-за расстояний. Хотя здесь тоже, если по Крыму путешествовать, я собираюсь посетить ферму страусину. Просто тут парк львов. Чего-то только нет. Тут такие лакшери есть. Я даже иногда не понимаю, как это с Москва-Сити можно сравнить. Наверное, никак не сравнить, поэтому я даже и не буду сравнивать. Вот. И вот самое приятное. Вот самое приятное у нас, ребят. Такие красивые пакетики. Так, там для вас всегда... Я, кстати, сейчас, ребят, еще отправляю невероятно вкусный и красивый, такой шикарный просто вообще. Просто я не знаю, кто трудился. Человек с очень тонким вкусом. Чай, крымский чай. Они бывают разные на основе натуральных трав. Но это прям, мне кажется, это прям писк здесь, в Крыму. Этот чай я уже стала отправлять прям с шоколадками вам, кто заказывает там в Казахстан, по России, в любые города, ребята, я отправляю. За рубеж в том числе. Вот такие палочки будут у вас. Почему, объясняю. Вот вы видите, да? Это специальный шпатель для нанесения крем-мази. Вот. И вот она сама. Сейчас я ее достаю потихонечку. Вот она. Витис. Вот, честно, я смотрю на себя чуть-чуть через зеркало камеры. Я кайфую, правда. Вот я очень довольна тем, как дизайнеры потрудились здесь. Не без моего участия, но тем не менее. Вот. Здесь еще у меня не полный состав. Я говорю это потому, что был для утверждения, так скажем, макет. Но он, кстати, запломбирован. Запломбирован. Я хотела открыть, вам показать. Я так и сделаю. Покажу, что внутри, как выглядит мазь.
Вот. Здесь мы еще доработали, тоже как бы картинка та же, здесь доработали, здесь доработали. Также средства от алопеции, от выпадения волос после ковида, для раковых даже больных. От 2 месяцев применения там совсем по-другому, конечно, выглядит этикетка. Здесь вот эта этикетка о чем у нас? Олененок. Почему, ребята, олененок? Объясняю. Очень много мне пишут родителей. И дети больны витилиго. Вот поэтому олененок, ребят. Я думаю, что мы все с вами согласимся, что ну, ребенку будет гораздо приятнее, да, лечиться и делать, тем более, это в постоянстве, ежедневно мазать витилиго, вот когда на нем вот такая веселая, сердечная этикетка, да, картинка с олененком. В саду, да, вот такая красота. Конечно, здесь у нас нынче я вам покажу, конечно, пишите там в WhatsApp и так далее, я вам буду показывать. Так, рука устает. Фух, я не знаю, как держать, чтобы рука не уставала так сильно. Селфи-палку, наверное, буду заказывать. Здесь ветер, тут невозможно как бы селфи-палку ставить, которая у меня напольная. Ну, потому что ветер, он все сносит. Это бессмысленно. Вот. Только таким образом болит. Плечо болит, все болит, все хрустит. Вот. Можно даже присесть на чуть-чуть, в принципе. Вот этот витис. И я вам примерно... очень вкратце рассказала о нем и о том, как он воздействует на витилиго. Но через 2 месяца уже люди получают первые результаты, это начало веснушек. Соответственно, для того, чтобы полностью затянуть, нужно больше месяцев, понимаете, да? От 2 месяцев это первые веснушки. Под руководством обязательно моим, с питанием и так далее, впоследствии с приемом солнечных ванн, у кого-то 311 лучей и так далее. Каждый случай, он очень персональный, индивидуальный. Разбираем тоже сопровождающие болезни. Тоже у каждого абсолютно разные. Кто-то здоровый, да, а кто-то еще страдает другими заболеваниями, вот, которые... соответственно, сопровождаются с тем, что человек принимает лекарства, возможно, даже вредные какие-то лекарства и так далее. Некоторые препараты, скажу вам честно, я отменяю людям, ну, потому что они очень такой непоправимый вред, так скажем, ущерб организму наносят, вот, а это не есть хорошо. Вот я не знаю, как там видно, кстати, сейчас витис, вот, но надеюсь, что все нормально. Как камера будет айфона наводить. Айфон, только попробуй подведи. Только попробуй подведи. Рука моя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он же может и поймать меня, а может и поймать задний ракурс. Поэтому, ребят, вы уж не удивляйтесь, не ругайтесь. Но вот пока так есть. Презентация, я очень хотела ею с вами поделиться, очень хотела поделиться этой радостной новостью, что я теперь здесь, я переехала вместе с вещами, вот, вместе с принцессочкой с моей. Это нам чего-то, конечно, стоило усилий. Первые дни, я помню, я здесь даже плакала от того, что было одиноко, очень как-то печально, а потом церковь нашла и так далее. В общем, все очень классно складывается. Вот, для заказа, пожалуйста, пишите мне. Сейчас в разработке сайт, поэтому, ребят, появится сайт. На сайте все будет для алопеции видно, и для мужчин, для женщин все будет понятно, да, там, у кого облысение или рост, там, или выпадение бывает. Бывает облысение, бывает выпадение обильно. Вот там тоже есть препарат, который все вам остановит. От 2 месяцев тоже применение. Вот, но там даже через неделю уже можно сразу наблюдать, как волосы гораздо меньше начинают выпадать. Вот это точно могу вам сказать. Там тоже, ну, о нем это отдельная будет, да, уже презентация. Вот, пока вот так. Пока мы говорим о витис, который и для мужчин, соответственно, и для женщин, и, конечно, детишкам подходит. Вот, то,
что возраст детей 4-5 годиков, ну, очень маленький там. Кто-то 9 уже постарше. Важно было для меня, конечно, сделать это вот именно так, как вы видите, вот так нарядно для детей в том числе. Вот здесь мы видим дату, здесь мы видим состав. Вот, состав тоже он уже доработан. Я хотела вам показать внутри, да? Давайте будем закругляться. Мы сейчас ее вместе откроем и посмотрим, какая она внутри. Так. Опа. Ставлю вот так пока что. Пока что. Фух, моя хоть рука отдохнет и плечо тоже отдохнет. Отлично, съемка идет 20 минут. Прекрасно. Ребят, уж потерпите, ладно? А вот давайте вот так и сделаем. Значит, вы будете смотреть на город. Вот так. Да. Вот так будете смотреть на город герой. Он, конечно, красивее даже, чем у вас в кадре. Здесь будет стоять Витис. Надеюсь, он никуда не уплывет. Интересно, а если мы на Витис наведем? Опа! Опа! Не хочет. Так, а если вот так? Опа! Класс! Мне кажется, это прям вот попахивает люксом. Я люблю говорить так, знаете, где-то иду, и так вкусный кофе мне сделали, что-то еще. Я такая, попахивает люксом. Классно. Да, вот такая красота. Вы... Ау! Хорошо, у меня тут стекло. Я говорю, ребят, очень сильный ветер. Ну, вот. Плюс еще думаю, что подумать это все. А, подальше, ладно. А, еще есть такой момент. Моменты. Да, вот крем для лица и тела восстанавливающий. На самом деле он сейчас выглядит уже все вот то же самое, только написано крем-мазь при витилиго. Вот так. Ну, это мы с дизайнером дорабатывали уже, как на самом деле должно выглядеть, так, чтобы и все помещалось, все как-то было органично, красиво и так далее. Вот. Ну и доступно для человека, понятно, так скажем, для больного витилиго. Вот так пока держим. Вот так держим, да. Все, вот айфон, я тебя прошу. Не гать мне в душу. Ну, по крайней мере... По крайней мере, как... Ну, вот как еще? Куда еще дальше? Ну, вот куда еще дальше? Куда еще диагонально? Ну, вот так вот только приходится уже делать. Все, я вам, ребят, показываю. Сейчас быстренько кофе попью. Кстати, ложечка здесь у меня в кофе была. Ложечка. И она утоплена уже, ребят. Она там, внизу. Класс, он не холодный. Вау, это очень вкусно. Правда, это очень вкусно. Очень-очень вкусно. Вот так. Вот так, пусть он тоже напоминает о том, что он есть. Значит, вы палочки будете получать, ребят. Они специально по высоте такие, чтобы вы могли доставать мазь даже там внизу, на донышке. Так вот, есть какой момент. Так, сейчас мы открываем вместе вот эту тубу. Вы получаете палочки, они все там упакованы и так далее. Вот. Перед применением вы ее... Они одноразовые. Ну, понятно, вы ей пользуетесь одна на одну тубу. Вот. И перед применением один раз обдадите ее кипятком. Все, и дальше вы можете пользоваться ей сколько вы хотите. Но старайтесь ее держать так, чтобы там пыль не попадала и так далее. Вот. Все, применение, естественно, состав применения мы видим с обратной стороны, с изнанки. Вот, Витиса. Так, открываем. Вот такая крышечка, ребят. Опа. Вот. И там мазь. Мазь, она полностью 100 мл. Вот прям до самого конца. До самого конца. И вот она. Вот она, ребят. Вот. Надеюсь, видно.
очень удобно. Вы достаете любое количество, какое вам нужно. Но понятно, насколько... Часто вы спрашиваете, насколько рассчитано. Понятно, что в зависимости от того, сколько у вас пятен, ну вообще, по логике, конечно, если вы берете там 1 грамм, например, там если не очень много, бывает же 90% витилиго по телу, если не много, то вот у вас, по сути, считаете 1 грамм, например, это один день там, да, вот, даже 1 грамм там на 2 применения в день хватает. Ну и, соответственно, здесь вот ресурс получается одного витиса 100 миллилитров 3 месяца, вот, даже там с хвостиком, да, чуть-чуть больше, ну, грубо говоря, округляем, ладно, там, ну, 100 дней, что там округлять, 100 дней, сейчас мы доокругляемся, вот, поэтому... рассчитывайте и считайте именно вот так. Здесь и черный тмин, ребят, кладезь витаминов, микроэлементов, зверобой, олива. Напоминаю вам, да? Давайте я ближе покажу. Без макросъемки он сильно сейчас близко не наведет, но вот так, в принципе... Так, а если я уберу баночку? Ну-ка. Ну, вот так. В общем, вот так я могу вам показать. Вот. Подробности обязательно будут на сайте. Вы можете писать мне, ребят, в личку. Если вам нужна... консультация, которая телефонная, час консультации, он стоит денег. Просто так я не разговариваю, потому что в день, считайте, 10 человек, например, мне напишет, каждому нужно ответить, представляете, а где мне располагать этим временем? Есть же бытовые какие-то вещи, работа дополнительная, там что-то еще, да. Плюс я постоянно работаю и с людьми, с теми, кто уже лечится, да, поэтому, ну, сами понимаете, я одна, вот, вас много, я одна, но тем не менее, вот с любовью для вас я не перестаю стараться и хочу, чтобы вы все исцелились, особенно дети, что уж тут говорить, вот, но тем не менее, все нуждаются, взрослые в том числе, поэтому, ребят, ну, все. Я, наверное, буду закругляться. Надеюсь, вам видео мое понравилось. Я лично в восторге. Я давно хотела с вами этой встречи нашей на канале. Вот никак не получалось то одно, то другое. Но вот сегодня, наконец-то, до заката я успела. Я успела до заката. Вот. Поэтому вот. Хотела специально прям перед вами открыть. Показать хранение в холодильнике, температура. Тут тоже температура, это обычный холодильный шкаф, так скажем. Вот, и там все это. Так, ну все, не могу даже закрыть. Ой, тут сливки, ребят. Думаю, что тут почему белая-то? Мазь, она такого фисташкового цвета. А здесь думаю, что это такое, не пойму. Сливки из кофе, ребят. Вот на этой ноте со сливками из кофе, ребят. С вами не прощаюсь. До встречи. С Витис желаю вам выздоровления. Уж в ракурс не буду сама попадать. Достаточно. Достаточно, ребят. Устала, и солнышко садится. Люблю вас. Целую, выздоравливайте. С Витис. И, как всегда, до встречи. Пока-пока.